Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. И я хочу вам анонсировать Central. Видите Central? Central – это тот портал, который будет ответственный за всю вашу дальнейшую судьбу в Австралии. Все, что связано с Австралией, будет связано этим порталом. Это будет и иммиграция, и образование, и торговля, и туризм, и очень многое что другое. Самое главное, что я хотел вам сказать в этом видеоролике, что тот стрим, тот поток, который будет одним из самых главных на этом портале, это поток иммиграционный. Не секрет, образование в Австралии нужно не самому большому количеству людей. Поэтому образовательный агент, то есть я, это человек, который очень важен, иногда является первым этапом для очень многих, но это не самое главное лицо. И вообще я не знаю, кто будет самым главным лицом, но я хотел анонсировать вам, что мы имеем миграционного агента, который уже по факту зарекомендовал себя самым лучшим вашим другом. В то время, когда мы лелеяли надежду, что мы можем придумать и создать кого-то, кто будет, это не сработало. На самом деле, сама жизнь показывает, кто есть кто и кто есть кто. И поэтому то, что мы до этого делали, это хорошо. Мы закладывали основы того, что будет в будущем. Но что касается миграционного агента, по факту, десятки наших ребят, студентов, но не только, которые интересовались иммиграцией, интересовались вообще визами, визовой составляющей их жизни в Австралии, выбрали, это они, не я, это они выбрали Алексея Чехунова. Прошу любить и жаловать человека, который сейчас живет и, наверное, и будет жить в Брисбене, в далеком, ну не очень далеком, в Квинсленде, человеком, который, в общем-то, любим сейчас десятками наших студентов, людьми, которые, в общем-то, которым Алексея Чехунова не пропагандировали, не предлагали им. Но по факту Word of the Mouth, сарафанное радио создало этого человека в нашем проекте. Леша был моим другом, Леша был человеком, у которого я всегда спрашивал совета. Это, наверное, длится уже года полтора, но это человек, который мягко, не привередничая, не говоря мне, что слушай, я тут стольким людям помог, я много для тебя делаю, я не могу это делать бесплатно. Он этого никогда не говорил. И этот человек заслужил нашего уважения. Спасибо тебе, Леша, за это. И это спасибо не только от меня, от меня, кстати, тоже, но от многих людей, которым ты помог. Да знаете, как у бывшего студента, вообще как у человека, который живет в Австралии, меня напрягает, когда миграционные агенты, в общем-то, образовательные агенты, но в первую очередь миграционные агенты заявляют, я тебе сделаю что-то, но заплати мне 150, 200, некоторые безумные люди предлагают $250, да, полчаса за час. Людям порой надо знать, что надо делать, в каком направлении надо двигаться. Миграционный агент навскидку может дать этот совет, ну, не знаю, до 15-20 секунд. Он уже понимает, о чем идет речь. Но если этот человек в действительности болеет за других людей, если ему интересен тот бизнес, то дело, которому он посвятил свою жизнь, и этот человек будет это делать бесплатно, потому что ему это интересно, это его хобби. И скажу вам большой секрет. Именно с этим человеком и пойдут люди дальше. И так и получилось с Лешей, и я счастлив, что мои ребята выбрали Алексея Чехунова как своего, в основном, своего миграционного агента. Я не скрою, у меня есть ребята, которые едут с Гринько Лешей, Алексеем, извиняюсь,
с Евгением Киселевым, с Мариной Матюшенко, наверное, с кем-то еще. Но тот уровень доверительных отношений, та помощь, которую мне оказывает Алексей Чекунов, эта помощь очень трудно переоценить. Я очень и очень благодарен Алексею. Леша, в добрый путь. В добрый путь с нами, с одной Австралией. Спасибо.